Великий магистр Мальтийского ордена, его высочество фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сан Гуинетта умер в минувшую среду. В пресс-релизе говорится, что 75-летний Далле Торре скончался по причине неизлечимого заболевания, диагностированного несколько месяцев назад. Он был 80-м великим магистром ордена Мальты, избранным местоблюстителем великого магистра сроком на один год в 2017 году, а позже полноправным главой ордена в 2018 году. Его помнят за его преданность нуждающимся. Мальтийский орден выходит навстречу бедным туда, где это очевидно, на улице, но также и работает с бедностью в семье. В последнее время мы заметили, что кризис растет в двух направлениях. И как это ни парадоксально, оба направления плохо изучены. Во время работы на посту великого магистра Далла Торре наладил отношения с Ватиканом, подпорченные предыдущим великим магистром Мэтью Фестингом, который отстаивал полную независимость ордена. Чтобы избрать нового великого магистра, 54 старших должностных лица собираются на магистральной вилле в Риме для тайного голосования. Из-за коронавируса эти выборы могут быть перенесены на неопределенный срок.